Признаюсь, совсем не думал делать ролик по поводу домашнего поражения питерского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» 1-2 в стартовом туре текущей Лиги Чемпионов. Но потом посмотрел видеомонтаж матча, и меня вдохновила вот эта фраза российских комментаторов, когда гости открывали счет. Не растеряться! Стоять насмерть! Отбиваться! Но нет, к сожалению... Несколько подвигов совершили зенитовцы в своих воротах. Заблокировали несколько ударов, но все-таки позволили состояться голу Брюгге. 0-1. Лично я уже давно не удивляюсь подобной риторике из уст россиян, типа «не сдаваться» с постоянными упоминаниями о подвиге. Это нормально для людей, которые живут в милитаризованном обществе, где приоритетом военные успехи разных лет, бряцание оружием и запугивание всех вокруг ядерным пеплом с искандерами. Лично меня воодушевил столь эмоциональный комментарий пропущенного «Зенитом» гола на создание данного ролика и привел к определенным выводам. Ведь действительно, вчера футбольная Европа стала свидетелем подвига, подвига бельгийского Брюгге, который не сдавался и до последнего играл на победу. Да, чемпион России пер, как мехкорпус танков Т-34 на позиции врага, у которых для отражения такой мощной атаки всего лишь 37-миллиметровые пушки, не годящиеся для пробивания российской брони. Но в данном случае оказалось, что совсем не обязательно лупить в лоб и вообще попадать в броню. Можно ведь и по гусеницам пальнуть, чтобы танк остановить. И с этой задачей бельгийцы прекрасно справились. Пускай простят меня посетители моего канала за подобное сравнение, но сделал я его в российском духе, чтобы россиянам более понятно было, что же вчера действительно произошло в Санкт-Петербурге. Брюгге не только отбился от мощных атак «Зенита», но и поверг сильнейший клуб России в шок. Причем победный гол был забит как нельзя вовремя, уже в добавленные арбитром минуты, когда времени на восстановление равновесия у Ракитского и компании совсем не оставалось. А вот теперь, после 1-2 от Брюгге на Крестовском острове, в России как раз и нужно начинать риторику о том, что русские не сдаются, и рассуждать о подвиге. Ведь учитывая силу Лацио и Дортмундской Боруссии, которые составили компанию «Зениту» и «Брюгге», вчерашний подвиг бельгийского чемпиона в Санкт-Петербурге практически равняется очередному обнулению сильнейшего клуба России в Лиге Чемпионов. Да, «Зенит» вполне может взять реванш в Бельгии, как и набрать очки с представителями топ-чемпионатов. Но это точно уже будет подвиг, в который мало верится, вот и остается поклонникам «Зенита» пока что. После первой и второй не закусывать, заливая свое горе горькой. И верить в чудо, где русские не сдаются и готовы на подвиг. А как оно будет, увидим. По крайней мере, лично готов засвидетельствовать подвиг «Зенита», если питерская команда пройдет в плей-офф Лиги Чемпионов. Хотя, лично я думаю, что Питер опять останется без Евровесны вообще. С вами был Саныч, до новых встреч.